По всей Германии прокатилась волна митингов против планов создания трансатлантической свободной торговой зоны. Десятки тысяч человек вышли на улицы в различных городах страны. Митингующие считают, что подписание соглашения между ЕС и США нарушит продовольственные, трудовые и экологические стандарты и окажет негативное влияние на экономику европейских стран. Напомню, Евросоюз с июля 2013 года ведет закрытые переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли. Выработка документа запланирована на этот год.